Стосовно того, що ви сказали в анонсі, про те, що це не остання спроба заколоту у Російській Федерації. А хто ще сьогодні, після Пригожина, спроможний на заколот у Росії? Это мы. Но я не назову это заколотом, то есть переворотом или мятежом. Это будет народное восстание. Причем опираться мы будем на самую лучшую, самую сознательную и самую благородную часть нашего народа. На тех, кто выстоял от многолетней путинской промывки мозгов. Але знову ж таки, для того, щоб як мінімум розпочати так цю миротворчу операцію, як ви її назвали, от у під час спілкування з нами у анонсі, так як і ми показували, для цього потрібні не тільки люди, а й техніка. У Пригожина техніка була, і техніка ППО, і танки, і БТРи, і автомобілі допомоги, і автомобілі радіоелектронної боротьби, і ПЗРК. У Легіону Свободи Росії це все є. Ви зараз не сказали о самому головному. Воюють не техніка, воюють люди. Люди, у которых есть подготовка. А самое главное – боевой дух, то есть желание идти в бой, если надо, пожертвовать жизнью за свободу. Я так понял, что у Пригожина до конца этого желания не было. Поняв, что его мятеж не удается, он договорился и быстро развернулся назад. И сейчас ходит очень много конспирологических теорий о договорнике и о чем-то подобном. Но никто почему-то публично не озвучивает то, что его поражение было системно запрограммировано. И я вам могу сказать, почему. Прошу. Дело в том, что Пригожин долгое время являлся сам частью путинской номенклатуры. Он был бизнесменом, который успешно вел дела в путинской системе, использовал ее и обогащался. И он часть этой системы. В чем главная слабость путинской системы? Она виртуальна. Она строится на том, что снизу вверх и сверху вниз в этой системе двигается ложная информация. Путин 20 лет собирал вокруг себя отборных дегенератов, лизоблюдов, воров. Главный критерий был – это лояльность. А лояльность могли обеспечить ему только люди, которые полностью с ним согласны и всегда кивают головой. Но эти люди не способны принимать грамотные, смелые решения в острой ситуации, что мы и увидели. Эта система годами скармливает ему ту информацию, которую он хочет услышать, а она далека от реальности. Это была одна из причин его поражения в Украине. Потому что ему докладывали о том, что украинский народ будет встречать его пирогами и цветами. А все получилось наоборот. Деньги на агентуру были просто разворованы. С Пригожиным получилась точно та же ситуация. Он черпал информацию от своих сторонников, от турбопатриотов, которые хотели войны, войны до победного конца. И которые также скармливали ему пустые обещания, уверения в том, что «Евгений, мы вас поддержим, люди вас ждут». Он ездил по регионам, общался с маргинальными слоями общества, которые его поддерживали. И также создал у себя в голове виртуальную картинку, далекую от реальности. Он решил, что начнет он свой марш, и к нему присоединятся многие армейские части. Но мы увидели, что кроме бывших заключенных, желания к нему присоединиться никто не испытывал. Остальные части либо не оказывали сопротивления, либо не переходили на его сторону. Это и есть причина поражения Пригожина.